Ah!
Лавром Надоки. Шучим Габанам Бодео Сапарки. Ом Лавром Надоки. Я хотел бы также присоединиться к тому, что о чем сегодня с утра говорят все, да, то есть это не своевременный уход преданных. Как мне раньше с вами утром сказал, что Шрила Прабхупада говорил об этом, что такого не должно происходить, но так уж случилось, что это происходит. Мы находимся в материальном мире, он исполнен страданий, да, Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите, и так или иначе мы рождаемся, какое-то время мы существуем, болеем, стареем и умираем. И как Шрила Прабхупада, он это объясняет, он говорит, что смерть, она приходит внезапно. То есть никто никогда не планирует смерть. И, наверное, единственная религия, которая так откровенно говорит о смерти, это наша традиция. Потому что в основной массе люди пытаются избегать этой темы. Но по принципу того, что мы обретаем знания, да, после ученической преемственности, мы знаем, что ачарьи говорят, что после смерти не наступает конец, после смерти зачастую наступает для преданных светлое будущее. И как сегодня Шавиндра Дюма с вами в своей лекции говорил, что хотя с одной стороны, да, мы сожалеем о том, что мы теряем общение с преданными, да, с другой стороны, мы за них радуемся. Почему? Потому что у них будет лучше возможность в следующей жизни практиковать сознание Кришны. То есть они получают более лучшее положение, то есть даже если они не достигли, как Шрила Прабхупада, это описывает в письме Джайнанди Прабху, да, что даже если человек не достигает совершенства в этой жизни, так или иначе он поднимается на более высокий уровень, и он имеет возможность лучше практиковать. Почему? Потому что он получает молодое тело, он получает возможность, да, как Кришна описывает в Бхагавад-гите, то есть он рождается либо в какой-то благочестивой, богатой семье, либо в семье преданных, и поэтому его жизнь, она становится более удачливой. Поэтому говорится, что преданный, он никогда ничего не теряет. То есть ни одно, Кришна Бхагавад-гите говорит, что ни одно действие, которое было произведено в преданном служении, оно не проходит даром. И как Шрила Прабхупада написал свое письмо в 1956 году, письмо президенту Индии, да, то есть
доктору Раджендра Прасаду, то есть он говорит, что я нашел метод, который позволит избавить любого человека, кто воспользуется этим методом, от повторяющихся рождений и смерти. Этот метод Шрила Прабхупады объясняет, этот метод воспевания святого имени, то есть который принес Господь Чайтанья. Любой может им воспользоваться, вне зависимости от его положения в обществе, рождения, цвета кожи, нации или полового признака. То есть любой может воспользоваться этим методом и прогрессировать. Поэтому нам только остается воспользоваться этим методом, прогрессировать. И как объясняет Господь Чайтанья, на это дело правильным образом. Да, то есть у нас должно быть ясное понимание, к кому мы обращаемся, да? И ясное понимание, зачем мы обращаемся. И мы знаем, что мы обращаемся к Кришне, да, то есть Кали-Кали Рупа Кришна Аватар, то есть он приходит как аватар, ответ, Кали. И зачем мы обращаемся? Мы обращаемся за Кришна Прямо Бхакти. То есть почему? Потому что это естественно склонно другого существа испытывать Кришна Прямо. И так как в какой-то момент мы не можем ее испытывать, не смогли, потеряли, утратили эту возможность, да, мы хотим это вернуть. Это наше право или наше естественное положение. То есть нам надо просто вернуться. Просто нам надо вспомнить. И метод воспевания святого имени, он как раз очищает, да, Четударпанамарджанам, да, то есть он очищает это зеркало ума от этого загрязнения материального существования. Мы сейчас будем петь. Там проходит яги. Может, кто-то хочет участвовать в яге. Здесь нама-яги, там яги, которые связаны с инициацией. Или обед, тоже яги. Потому что огонь, пищу, рыбу, гриб очень сильно. Тоже это хорошая йога. Тоже можно в этом поучаствовать. Можно остаться здесь и чуть-чуть позже участвовать в яге, сантиртана Господа Чайтанья.